Если что, я готов. Пойдем, нечего ждать. А, кстати, теперь через город-то до круга не доберешься. Той весной перевал накрыла лавина. Значит, надо идти со стороны пруда, как во время испытания медальона? Верно. Помнишь, как идти? Такое не забывается. Тот, кто целым с медальона вернется, докажет, что всего достоин и на путь ступить может. А Весемир слышал, как Гора ты его изображаешь? Волы. Что вы ее не замуровали? Весемир собирался. Но мне она не мешает. Осады нам бояться нечего. А так можно срезать дорогу к пруду. Даже жалко, что саламандры так мало дыр оставили. Или не развалили эту халабуду до конца. А вот что думаю. Нам что, плыть через весь пруд? Нет, у меня лодка есть. Я тут рыбачу иногда. Вот те раз. Вот бы не подумал, что ты будешь сидеть с удочкой. Я пользуюсь бомбами. Кидаешь одну и вылавливаешь, что всплывет на поверхность. О, это многое объясняет. Ты этому научился? Один старый мастер показал мне пару приемов, когда я был в Зарикане. Ладно, ладно. Припаси свои побасенки для очередной чародейки. Как у тебя с Весемиром, поспокойнее? Вроде да. Старичок перестал читать мораль. Я стараюсь его особо не раздражать. И как результаты? Средние. И знаешь, замок большой. В нем несложно разминуться. Зараза! Я же и здесь привязывал! Может, веревка лопнула? Да ты что! Я-то думал, лодка сама отвязалась! Вот зараза! В таком тумане мы никогда... Перед моим приездом была буря. Дай подумать. Да, дней 5 назад. Ага, парус развернулся на ветру, швартов лопнул, и лодка уплыла в кусты. Хватало.
Так, вход в пещеру с другой стороны, видишь? Надо переплыть пруд, пройти через пещеру, подняться на башку тролля, и мы на месте. Теперь это не кажется таким страшным, да? Нет. Но все равно оторопь берет. Ты знаешь, что из моей группы вернулись только двое? Так это вы нарвались в пещерах на старого грота? Угу. Тебя до сих пор это мучает? Мучает? Нет. Просто бесит. На кой хер это испытание? Все равно большинство тех, кто вернулся из круга стихий, сгинули в течение года на каких-нибудь болотах, охотясь на утопцев по кроне 30 за голову. Зачем все это? Весемира спроси. О, я спрашивал много раз. Уверяю тебя. Ладно, собираемся. Прыгай в лодку. Хорошо. Но поведу я. Это почему? Потому что это моя лодка. И все тут. Сам эту посудину делал? Да? А что? Тебе что-то не нравится? Ну, кроме того, что она набирает воду, ничего. Не ворчи. На ту сторону доплывем. Если только не налетим на что-нибудь, я дальше носа ничего не вижу. Туман густой, как молоко. В тебе пробудился поэт? Ага. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Отклонись немножко от ветра, у тебя парус хлопает. Не учи дедушку Кэш. Хорошо, мы уже близко. Готов прогуляться по пещерам? Ага. Только прежде, чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, знаю. Будут еще ценные советы? Например, не шуми, а то разбудишь старого грота. Так старый грот еще там сидит? Если только не оказал нам услугу и не сдох сам, то да, сидит. И в любую минуту может выйти. Как там было в нашем стишке? Чутко дремлет старый грот... Кто разбудит, тот умрет. Пойдем. Слышишь? Там ребенок. Ты же знаешь, что в этих краях никто, кроме нас, не живет. Это иллюзия. А если нет? Делай, что хочешь. Давай проверим, на всякий случай. Правду говорит Весемир. Вечно ты суешь пальцы между дверей. Ну хорошо, пойдем. Эй, малыш! Спокойно, ты уже в безопасности. Хорошо, ты был прав. Всегда пожалуйста. Ты что-то говорил про ум? Позже обсудим. Сперва займемся туманниками. Thank you.
Иллюзия. Кто бы мог подумать? Что-то мне подсказывает, что ты мне это будешь долго вспоминать. Ну как же. Весь мир должен услышать о том, как славного Геральта из Риви обманули как младенца. Может, Лютик сложит об этом балладу? Как думаешь? Пусть лучше он споет балладу о тебе, Ламберт или доставучий ведьмак. Лучше быть доставучим, чем наивным. Дольше проживу. Отвлекаясь от темы, я правильно рассмотрел? Этот мальчик? Угу, один из наших. Он, должно быть, утонул во время испытания. А туманники запомнили его облик и голос. Очаровательно. Пойдем отсюда. Меня уговаривать не нужно. Знаешь, я сюда вообще приходить не хотел. Ламберт, хватит. Слишком высоко. Я тебя подсажу. Помнишь, как там в испытании? Ведьмак, одинокий охотник. Но даже ему порой нужна помощь. Слава Весемира. Готов? Вот жердяй! Раз. Два. Три. Да и ты нелегкий. Ну, идем. Эту стену можно было бы взорвать Ардом. Ага. Вот холера. Разбудить старого Грога. Можешь топать потише. Да ладно тебе, я поскользнулся. Кости. Ай, измельченные. Что-то мне в глаз попало. Какой-то осколок. Главное, чтобы не осколок льда. Не то станешь еще вреднее. А ты чего ждал, что будет пахнуть фиалками? Смотри, как сладко спит. Может, сделаем как-нибудь так, чтобы он больше не проснулся? Может, оно и к лучшему. Будет веселее! Уходим отсюда. Постой! Это тебе за Вольтера, скотина. Ты закончил? Пойдем.
хорошо выбраться наружу. Да, но это еще не все трудности. Ты про троллей? Так это у них трудности, не у нас. Не знаю, перед кем ты выпендриваешься. На меня подобный пафос впечатления не производит. И кто это говорит? Весемир рассказывал, как вы выполняли заказ для нильфгаардцев в Велине. Что? Что ты делаешь? Убиваю чудовищ. А ты говоришь? Это случайно вышло. Пойдем уже. Магия — это место силы. Ты глянь, как он от нас удирает. Тролли обычно себя так не ведут.